Вот уже полночи ездим за экипажем. Он то в одном месте стал поспал, то в другом месте стал поспал. Ну, короче, уже часа три ни хрена не делают. То стали на Версовск, на Версы повороте поспали. Сейчас стоят на повороте на Левкову. Так же само спят. Вот так патрулирует Житомирская новая полиция. Наша служба и опасная, и трудная. Экипаж 1083? Да. Я вообще не вышел прыгать. Ну, проснулись ребята. На телефончике. Да, службу идем всем хорошо. Может кто-то позвонил, да? Службу несем хорошо. Никто не беспокоит. 8000 получаю не зря. Поспал, все заебись.
Это вся ночь. Сейчас смотрим на время. Пять тридцать восемь, 20 марта, 5:38 утра. Вот соклята отработали целую ночь во сне и едут сдаваться. Проводами куда едут? Выполнили. Это может городские, но? Ну давай глянем. Мы же городские выезжали спать. А, на туре это может быть городские. Выезжали спать просто? Ну да, что они так рано едут? Четвертая рота. Блядь, так останавливаем их, спитаем, блядь, кого они рота. Это четвертая корота, ну что? Вот это четвертая. Не! Спитаем, что они городские, или нет? Та вони вже спали, якщо, блін, треба якось потерятися, потім знайтись. Як? Якщо вони зараз в управу, блядь, поставлять мене. Все, вставай. Ти знаєш ліце? Тільки задом паркуйся. Вони стають, біжи бігом спитай. Та що сташо питання? Блядь, зайди, да, зайди. Потеряємо, блядь. Не будемо знати хто. Треба до. Заїжджай, тоже заїжджай. Скажи, ми не можемо. Давай, давай, заїжджай. Та ну на. Заїжджай одразу. Заїжджай, він тебе спускає, ну. Запускає, ну. Блять, тебе ж прав нема, дурик ти. Ні, вони якісь три провадні. Вставай, прилазь назад. Іди фамілії питай. Де фамілії? О, дружки, де їбать? Снимай, снимай. Вони холодні всі. Іди фамілії спитай просто. Ти, сірий. Вони нічого не кажуть, просто спитай фамілії і уходь, вони будуть холодні. Вже біжать, вже біжать. Іди фамілії. Щас. Іди сюди, зруй. Здрасте. О, а можно вашу фамилию узнать? Мою фамилию? Ну да, вашу. Да, моя фамилия Белогрудов. Как вы здесь оказались? Я пропустил. Как? Моя фамилия Белогрудов. Как Белогрудов? Да. Ага, спасибо. А ваш еще? Юхимчук. Как? Юхимчук. Ага, все, спасибо. Да нас никто не это вот, Сергей Иванович, перестань, ну выйдите, ну серьезно. Це... Не, ну вам просто надо было узнать, но оперативное задание было. Ну, я разумею, что оперативное задание. Пожалуйста. А вы с трассы, да? Да. А, спасибо. До свидания. Я просто...